Друзья мои, рад вас снова приветствовать. С вами Виталий Колпин, и это уже четвертый выпуск рубрики Bar Skills в рамках Bartender's Call by Bacardi Martini. Сегодня мы находимся в баре Raw Materials. Любители eau de vie и тонких напитков прекрасно знают это место. И первое, с чего бы я хотел начать, это поздравить команду BSBM с присуждением премии от BarProof за лучший образовательный интернет-ресурс в Рунете. У-ху! Итак, вернемся к нашему занятию. И с чего я хочу начать, это ответить на несколько вопросов с прошлых выпусков. Первое, это про ложку и про ее вес, про ее длину. Выбирайте в первую очередь то, с чем удобно самим работать. Мне, допустим, удобно работать с ложками в длину от 30 до 40 см. И те, у которых вес сбалансирован примерно, центр тяжести совпадает с центром длины. Но хочу сказать, что нет неправильных ложек. Все они правильные, нужно просто найти к ним правильное применение и правильное движение. Хорошо, с ложками еще продолжим. Сегодня я бы хотел бы взяться за джиггер, наконец-то. Вот. И первое движение, которое мы с вами сделаем, мы уже умеем его делать. Мы его трансформируем из ложки, то, что я уже показывал. Просто покажу, как оно выглядит в готовом виде. Опять начнем с упражнения. Это будем вращать джиггер вокруг пальцев. Мы уже делали то же самое с ложкой. Вот. Поэтому здесь не должно возникнуть каких-то трудностей. Единственное, что поймете сами, наверное, пробовали уже, что чуть по-другому работает здесь. Здесь у нас работают именно пальцы. Уже не то, чтобы это без предмета, а в первую очередь работают пальцы. Вот. Дальше. Рекомендую вам пробовать движение делать с разными совершенно джиггерами, вот, с разной толщины, длины и так далее. Вот, пальчики будут развиваться по-разному. Вот, поэтому я вам рекомендую тренироваться совершенно разными джиггерами, либо с тем, с которым вы работаете. Если какие-то есть вопросы по поводу того, как вращать вокруг пальцев, можете посмотреть в нашем первом выпуске, там с ложкой хорошее объяснение. Единственный момент – это беритесь там, где у нас идет стык между двумя частями, вот, и, в общем-то, здесь все остальное должно быть понятно. Приступим к первому нашему движению с джиггером. Что здесь происходит? Джиггер вращается вокруг пальцев и приходит в ту позицию, которую мы наливаем. Здесь зависит от того, каким хватом вы пользуетесь. Таким, без разницы. Значит, смотрите, хват джиггера начинается с мизинца и безымянного пальца. Дальше, если джиггер у нас стоит на барной стойке, то начинаем движение отсюда. Дальше идет движение, перехватываем средний палец, перехватываем указательный палец, дальше вокруг среднего и захватываем безымянным пальцем на тот хват, который мы наливаем, допустим. Если вы наливаете таким образом, то раз, два, три. Закончили тоже. Зависит от того, каким хватом вы любите пользоваться для налива. Какие могут возникнуть вопросы? Первое – это если недостаточно хорошо наработано движение вокруг пальцев, само это движение вокруг пальцев, да, то движение может выглядеть немножко ломаным, то есть будет там… будете ковыряться в пальцах, между пальцами. Поэтому здесь можно чуть-чуть изменить движение. А что именно? Первый раз, когда мы вращаем вокруг первого пальца, мы делаем такой полукруг рукой. Дальше. Второй раз, когда делаем вращение, мы делаем еще один полукруг рукой. Как это выглядит? Допустим, стоит джиггер. Я беру раз, делаю вращение, два. За счет такого плавного движения рукой у меня просто сглаживается вот эта вот резкость перебирания в пальцах. Если, допустим, там пальцы не очень хорошо работают еще, да, то как раз вот за счет движения рукой я могу сгладить чуть общую картинку. Итак, в готовом виде это примерно выглядит так. Беру джиггер, раз, два, налив. Либо одновременно беру джиггер и бутылку, и перехожу к наливу. Еще раз покажу, как выглядит готовое движение. Это мы берем джиггер с барной стойки с вращением, да, либо либо мы можем одновременно брать джиггер и бутылку дальше и делать уже дальше налив. Здесь еще зависит от позиции джиггера, как он стоит, поэтому если у нас малая часть находится вверху, мы делаем вращение, приходит большая часть, приходит вверх, да. Если нам нужна та же самая малая часть, то просто на один палец меньше делаем, все. Все очень просто. Да, такое движение еще проще использовать в баре. Дальше. На прошлом занятии мы с вами изучали вращение вокруг пальца. Это было с ложкой. Вот. И также я показывал, как это с джиггером сделать. Еще раз покажу, как делать с джиггером. Значит, здесь мы подталкиваем джиггер чуть-чуть вверх пальцами. Держим указательным и большим, в принципе, можно и средним, и большим, вот, как вам удобнее, может двумя держать,
без разницы, смотрите сами, ищите позицию. Вот. Здесь пальцем помогаем вращать. Вот. И направляем движение вверх. Чуть-чуть движение руки и такое подкручивающее движение кистью. Вот. Руку открываем и закрываем. Все просто. Угу. Значит, руку открываем и закрываем. Все просто. Важный момент. Не пытайтесь переламывать куда-то руку. Рука ровно стоит. Чуть помогает кисть придать ей вращение, да, и движением в руке помогает закинуть джиггер у нас вверх. Вот. Дальше открыли, закрыли. Все. Покажу вам пример, как это выглядит на барной стойке. Допустим, стоит джиггер, взяли, раз, пока ведем руку к себе, заодно еще делаем движение. Опять же, это можно выполнять как отдельное движение, да, либо совместно с движением бутылки. Единственный момент – это переходить на хват, которым мы наливаем. Если вы так наливаете, все просто. Вот. Если вам нужно перейти на хват такой, либо такой, то здесь можно добавить такое движение в пальцах и сразу перехватить пальцем. Угу. То есть мы сделали вращение и перекинули в те пальцы, которые мы будем держать. Потом, пока берем бутылку, перехватываем следующие пальцы. Еще раз покажу, как это может выглядеть. Либо одновременно. Еще одно упражнение хочу вам показать сегодня. Это восьмерка или бабочка, по-разному называют. Можно делать его и с джиггером, и с шейкером, и с некоторыми другими предметами. Вот. В чем здесь смысл? Это мы дальней частью, не той, которая у нас в руках касается, а дальней частью джиггера рисуем восьмерку. Это упражнение нужно больше для того, чтобы там, почувствовать, как у вас в пальцах двигается джиггер. Вот. Я обычно держу двумя пальцами, можно держать тремя пальцами, так лучше будет контроль идти. Вот. Ваша задача – научиться рисовать такую восьмерку или бесконечность. Значит, здесь у нас, по сути, можно разложить на пару движений простых. Это поднимаем джиггер вверх, дальше он падает, вращается сквозь пальцы. Вот. Важный момент – он не уходит глубоко у нас вовнутрь. Падает примерно вот до этой плоскости. Да? Дальше опять поднимаем его с этой стороны, опять падает, опять поднимаем с этой стороны, падает, поднимаем, падает и пошли. Дальше чуть-чуть раскачиваем руку, и вот он пошло у нас рисовать эту самую восьмерку. Дальше на ощущении пробуйте работать чуть-чуть в противоход. То есть, когда у нас падает джиггер, мы уже руку возвращаем как будто чуть-чуть назад. Вот. И получается такое движение на противоходе. Угу. И дальше сокращаем дистанцию, когда у нас это практически на месте. В большей степени, конечно же, это упражнение, нежели готовое движение, вот. Но оно нам поможет в дальнейшем освоить некоторые другие движения. Вот. Навряд ли вы будете стоять перед гостями и гипнотизировать их этими восьмерками, бабочками. Вот. Но оно поможет нам, говорю, в дальнейшем для того, чтобы другие делать движения. Еще одно движение, которое хочу сегодня показать, простенькое, но смотрится очень эффектно. Это вот такое движение. Что здесь происходит? В принципе, мы уже обладаем и всеми частями этого движения, осталось только все соединить. Вот. Значит, здесь мы берем джиггер за верхнюю часть, дальше направляем движение слева направо, если вы левша и работаете левой рукой, если правая рука, соответственно, все абсолютно зеркалим, просто зеркалим. Да. Значит, здесь мы направляем справа налево, и джиггер вращает сквозь пальцы и падает на указательный палец сюда. Дальше, получается, он так скользит немножко по пальцу, и джиггер двигается вперед и опять проскальзывает сквозь пальцы. Дальше. Проскальзывает сквозь пальцы. Пока он проскальзывает, мы руку держим прямо и чуть-чуть разворачиваем, чтобы сделать вращение вокруг пальца. Таким образом получается, еще раз. Раз провернули, скатили вперед, провернули и через палец. В общем, получается такая картина. Движение это можно делать, не водя сильно рукой, то есть практически на одном месте. Да? Либо можно уводить джиггер справа налево в тот момент, пока он у нас перекручивается через палец. Вот, и сами видите, как это выглядит. Опять же, сейчас в данном случае у меня малая часть смотрит вверх, малая часть джиггера смотрит вверх, да? Поэтому, когда я начинаю это движение, соответственно, у меня эта же малая часть и приходит вверх. Если мне нужна большая часть джиггера, да, то, опять же, таким встречным движением я просто переворачиваю его и перехожу в тот хват, которым я обычно пользуюсь для налива. Опять же, у каждого он свой,
вы для себя сами определите, какой вам нужен. Есть небольшой секретик, допустим, когда мы сделали движение, чтобы нам перейти в хват, который нам нужен, здесь ничего сложного нету, мы просто пока ведем джиггер с одной стороны на другую, мы перехватываемся, как нам надо, и все. То есть, допустим, стоит джиггер, я взял, пока веду руку, видите, я перехватил пальцами то положение, которое мне нужно, и начал делать налип. Что ж, ребята, я надеюсь, что достаточно подробно объясняю, как выполнять те или иные движения, вопросов особых не возникает, но все-таки, если что-то где-то непонятно, нужны какие-то рекомендации, что где взять или как, чем пользоваться, обращайтесь, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что ж, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске.